живем здесь уже как на промзоне, нам больше уже невыносимо. На улице с многообещающим названием «Набережная» эти люди живут вот уже много лет. Но сейчас многие жалеют, что купили здесь участки. Последние 2 года с раннего утра их дома содрогаются от потока груженных песком КАМАЗов. При этом пыль на дороге стоит столбом. Квартиру продали, начали строить дом. Такого движения вообще не было. И ребенок у нас ходил, и гулял, и на самокатах мы катались. Третий год мы уже не можем из ворот выйти. Все подлетает, в домах все дребезжит, никому это ничего не надо. Ездят грузовики с большим перевесом, без тентов, с нарушением правил дорожного движения. 2 года назад один из КАМАЗов, который спускался по этой дороге, чуть не врезался в этот жилой дом. У него отказали тормоза. Спас строение только вот этот металлический столб, и чудом никто не пострадал. Как выяснилось, песок по этой дороге КАМАЗы везут из бывшего речного порта. Последние несколько лет его территорию арендует частная фирма. Песок и ПГС для организации доставляют на баржах. Покупают и вывозят его на больших грузах разные компании, в том числе и частники. Директор по телефону нас заверил, работают они законно. Полностью все законно. К нам каждую неделю приходят экологи, другие службы, чтобы там чистота, порядок, все это было. За свой счет поливаем, чтобы пыль не поднималась, и пылесосим тот маршрут, по которому мы ездим. По словам Даниса Зайнуллина, в июне действительно КАМАЗов сюда приезжало больше. Возили песок для строительства федеральной трассы М7. Жители говорят, не меньше 70 машин в сутки. Но после многочисленных жалоб поток сократился. На сегодняшний день этот поток движения остановлен. Значит, подрядчики приняли решение, они возят инертный материал сейчас с других портов. Тот инертный материал, который возится с нашего Менделеевского порта, значит, этот материал покупают только сейчас у нас частники и разные юридические лица. Большого потока машин там на сегодняшний день нету. Однако местные жители уверяют, проблему это не решило. Только за время нашей съемки в течение 20 минут мы насчитали 6 больших грузов. Ладно, вот эти поставили еще, как тормозухи-то. Вот из-за них еще вроде поменьше скорость, а так летают, как не знаю кто. По словам жителей, в администрации района им обещали, что регулярно дорогу будут пылесосить и поливать, но на деле это происходит крайне редко. Как только поступает заявка от порта, сразу же машина оперативно выезжает и поливает. Мы переговорим с начальником порта, чтобы он давал почаще заявки. То, что касается пылесоса, вы говорите, что пылесос был примерно месяц назад. Действительно, когда большой поток машин прекратился возить, пылесос перестал ездить. Жители улицы Набережной настаивают, поток больших грузов необходимо сократить и проверить деятельность компании на предмет законности. К администрации просьба рассмотреть вариант объездной дороги. Юлия Гоголева, Данил Филатов, ТНВ, Менделеевский район. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.